Веселый бег. Ранняя пташка ловит червячка. Все дела закрыты, ставлю точку я. Свобода! Раз, два, три, четыре. Спорим, у меня будет новое дело, когда я досчитаю до 300. 1005, 1006, 1007. У вас ничего не случилось? Скорее бежим! Как же мне скучно. Совершенно нечем заняться. Когда у меня нет работы, я начинаю упражняться. Физкультура. Здорово, побежали. Защитник, привет. Капкан, что ты здесь делаешь? Я бегаю. Бегает он прекрасно. Я с тобой. Капкан? Капкан! Что? Это какие-то странные прыжки и скачки. Это называется паркур. Паркур? Здорово! Кто это на моей крыше? Мне за ним не угнаться. Гром, надеюсь, ты все здесь закончишь. Не беспокойся, я свое дело знаю. Не вижу смысла в этой работе. Странник! Я здесь. Иду, иду. Начинаю работать. Ладно. Что это было? Смотри, это... Прошу прощения. Обойдешься без прощений. Странник, сними его оттуда. Есть! Попался! Прекрасно! Капкан? Тень, я нечаянно, не сердись. Да как ты смеешь мне указывать? Странник! Бегу! Где это слыхано, чтобы собака была проворнее обезьяны? Не стой столбом! Не поймаешь капкана, лишу сидра на месяц! Нет, стой! Тень, успокойся! Спокойно, спокойно! Что ты наделал, собачье отродье? Поймал! Капкан, ты с ума что ли сошел? Это называется паркур. Паркур? Капкан? Тень. Не нервничай. Ты же все вверх дном перевернул. Как тут не нервничать? Тень, ты меня чуть не убила. Нет, без фокусов. Тебе конец! Ради
Может, тоже займешься паркуром? Никогда! Какая наглость! Потрясающий паркур! Надо и мне попробовать! Гром! Но ты не закончил! Ловко! Капкан, стой! Научи меня! Капкан! Моя лапша! Отменно пахнет! Облако! Облако, чародей! Не хотите заняться паркуром? Паркуром? А что это? Это классно! Вы хотите похудеть? Стать здоровыми и стройными? Тогда чего же вы ждете? Паркур сделает вас быстрее зайца и сильнее вола! Вперед! Займемся паркуром вместе! Моя лапша! Ну, даже если чародей и облако бегают, я с вами! Что здесь происходит, кузнечики? Что вы забыли на моей крыше? Молот, это паркур! Мой бедный дом! Это так весело! Присоединяйся! Мой дом! Гром, замри, я сказал! Вернись и почини мою крышу! Стой! У меня нет сил. Я выдохся. Облако, чародей, не сдавайтесь. Вы сможете. Прыгайте на эту стену. Туда? Мы попробуем. Смотри. Я первый. Слишком высоко, у меня не получится. Теперь я. Оттолкнитесь посильнее, смотрите. Здорово! Я должен перепрыгнуть через эту стену при помощи силы и разума. Вперед! Облако, давай, ты почти у цели. Нарушение частных границ и вандализм. Вот что бывает, когда полиции нечем заняться. Я думал, это хорошо, когда наш полицейский сидит без работы, но, кажется, я ошибался. Свободное время превращает его в эпицентр проблем. Нужно что-то делать. Да. У меня есть идея. Если капкан снова займется делом, бедствия прекратятся. Мы поступим так. Расследование? И не одно. У каждого есть что сказать. Отлично, говорите. Я видел на улице мусор, а я слышал грубости. Это ерунда. Мои сведения покруче будут. Я видел грабителей. Невероятно. Куда они побежали? Стой! Мое заведение разгромлено! Я все возмещу. Есть еще сведения? Отлично. Наконец-то у меня есть работа. Только дайте время разобраться. Не торопись, инспектор. Спасибо за понимание. Забыл сказать, что я разработал новый метод расследования. Он классный. Теперь каждое дело я буду начинать с бега. С паркура! Здорово, правда? Нет! Не надо!
Чародей? Художники Джан Гадзин, Пэн Сянтун, Люй Туань и другие. Композитор Ли Лэ. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Central Partnership в 2011 году.狗咬溜在这里，手速带刺，扬长枪，对对弹琴一不小心，那就晕车。狼人开始动作舞蹈，沙河机器人了后，沙发读书超快，把甲片背了这。像你这样的大师喝酒一定很厉害，慢慢一上一大口，在这里倒海。像你这样的大师手法一定很厉害，横竖他勾点着。